преддверии Международного женского дня в Меркенском и Жамбылском районах прошли праздничные мероприятия в честь матерей. Заместитель акима района поздравил ветеранов бабушек и многодетных мам, пришедших на встречу, вручил им подарки, выразив почтение. Внимание! За ваше доверие к нам. Мы, жительницы района, женщины района, благодарим всех мужчин района за такие теплые слова, сегодня, которые были сказаны сегодня, за ваше поздравление, за ваше внимание ко всем женщинам района. Благодарим всех, поздравляем всех женщин района с наступающим праздником 8 марта. Желаем вам всем здоровья, счастья, благополучия, всех благ на земле. В ходе встречи в Меркенском районе заместитель акима района в конференц-зале наградил многодетных матерей медалями «Алтын-Алха» и «Кумыс-Алха» и ряд граждан, внесших большой вклад в социальное и экономическое развитие района. Поздравляю с праздником, желаю благополучия, процветания. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. Кроме того, в преддверии праздника аким Жамбылского района Ерлан Кадыралыулы встретился с матерями, работающих в различных сферах, и вручил грамоты в дань уважения и благодарности. Мероприятия продолжились в детской школе искусств имени Толебаева. Алтын Шонгараева, Эркин Жасыбаев, Айкон Ахпарат.